Сейчас. Так, уважаемые коллеги, вопросы. Вопросы есть только по технологии. Но все равно какие вопросы задавали? С места или уходить? Вам же объяснили. Выйдите сюда. Я прям за таким букетом. У нас жизнь праздник. Микрофон дайте. Микрофон не отдал. У кого микрофон? Микрофон. Спасибо большое. Меня зовут Семен, я из Санкт-Петербурга. И я слежу за новостями Skyway. И меня в большей степени интересует скоростной, на самом деле. Потому что я вижу, что работа ведется. По остальным процессам у меня нет вопросов. Ну, как бы и есть, но это не такие значительные, как и скоростном. Когда мы увидим на Экофесте, вот такой вопрос. И более, может, раскрыто, вот по скоростным, это очень интересно. Спасибо. Ну, это по принципу, конечно, бы все хотелось увидеть, все и сразу. То есть это, конечно. По скоростному, друзья, чтобы вы понимали, что с точки зрения инвестиций, с точки зрения затрат и научной работы, скоростной – это самый сложный элемент, потому что одно дело проводить испытания сегодня на скоростях там, до 100 км или в пределах 100 км в час, и другое дело система там, физики, науки, испытаний безопасности, то, что будет со скоростью там, сначала 300, потом 400, потом 500 км в час. И с точки зрения затрат, если сегодня построили и показали 4 участка опытных, которые идут на разные направления, то скоростную можно показать только на дистанции, на трассе, которая не менее 20 километров, то есть для того, чтобы разогнаться до 500. Ну и с точки зрения дальше уже скоростной науки, чтобы вы понимали, сегодня для того, чтобы скоростная железная дорога, которая показывает 350 или 380 километров в час, сегодня инвестиционные затраты на 1 километр в пределах 120 миллионов долларов за километр. Поэтому, если бы мы сегодня вам говорили, что мы хотим продемонстрировать вам скоростную железную дорогу, то участок 22 километра – это цены там соизмеримые с миллиардами долларов. Естественно, что мы о таких объемах инвестиций не говорим, потому что это у нас инновационный проект. Но все равно для того, чтобы показать технологию именно скоростного движения, это объем инвестиций, соизмеримый уже с сотнями миллионов долларов. Это очень существенный объем, и, как мы уже говорили, если бы мы речь вели о финансировании, допустим, со стороны государства, или со стороны крупных концернов, или со стороны крупного бизнеса, то это не такие большие суммы, что такое там 100-200 миллионов долларов для крупной корпорации или для государства. Но так как мы сейчас изначально поставили задачу, мы ведем как именно краудфинансинг, то есть это новое управление финансов, и мы все заинтересованы в том, чтобы мы начали как краудинвестинг и сделали реальные шаги как краудинвестинг, то здесь сегодня это требует определенного времени, и как мы говорили, что на наш взгляд мы выйдем на финансирование именно скоростной системы как краудфинансинга, именно как 2.0, то есть в этом году, и это сделаем. В принципе, это тоже мы уже говорили на ряде конференций, это Юницкий подтверждал, что предложения по тому, чтобы изменить схему финансирования, идут постоянно. Что это значит? Постоянно приходит тот, говорит, мы готовы дальше закрыть, но тогда технология будет наша. И как любой крупный инвестор, который входит, поверьте мне, я думаю, ни у кого сомнений не будет, наши с вами инвестиции их не интересуют. Их не интересует то, что сделано за наш счет. Их интересует, что мы будем финансировать дальше, поэтому это все наше. И поэтому на эти шаги сегодня уже можно сказать, что мы не пойдем, и Юницкий никогда не пойдет. Мы начали как краудинвестинг и будем дальше действовать, там, переходя уже в краудфандинг. Поэтому, да, может быть какая-то задержка по времени, то есть, как мы говорили, что мы планировали в прошлом году это начать. Сегодня именно нам, как в команде, которая отвечает за финансирование, которая обещает, для нас сегодня, для того, чтобы мы начали быстро, активно строить, нам надо увеличить объем сегодня привлекаемых инвестиций где-то в 2-4 раза. Это очень непростая задача. И она работает в комплексе. Сейчас мы как раз, у нас в понедельник будет совет директоров, мы будем обсуждать. И мы на 2018 год такую задачу ставим. И мы абсолютно уверены, как мы 2 года назад на себя взяли
обязательство увеличить на порядок объем инвестирования в проект, и мы это сделали. Также сейчас мы абсолютно уверены, что мы за 2018 год увеличим. Ну а с точки зрения развития проекта, как идет, что скоростная дорога, она проектируется. Сегодня все продувки, все моделирование сделано. Сейчас идет изготовление подвижного состава. И Юницкий как поставил задачу, и она будет реализована, так же как с 2016 годом. В сентябре 2018 года подвижной состав, то есть сам скоростной модуль на трансе в Берлине будет показан. И так же как в 2016 году, после инотранса, он вернется уже на полигон и встанет на ходовые испытания. Сначала низкоскоростные, то есть которые будут до 100 км в час, потом постепенно будет увеличиться. Поэтому в течение 2018 года будет продемонстрирован и сам подвижной состав, и начнутся ходовые испытания. То, что, опять же, как всегда от нас будут говорить, а когда покажете скорость 500, и наши оппоненты всегда будут говорить, сначала покажем скорость 100, все говорят, ну 100 это что-то, это же понятно, а когда покажете 200, потом, когда покажем 200, будут говорить, ну 200 это понятно, а когда покажете 400, вот, а когда как покажете 500. Поэтому шаг за шагом это будет делаться, 2018 год как раз будет идти в плане подготовки именно к этой системе. Ну, чтобы вы понимали, что эта задача, она даже на порядок более сложная, чем сегодня скоростная железная дорога. И объясняю почему. Это очень хорошо было продемонстрировано на выставке. Потому что, когда напротив нас стоял РЖД, которые собираются строить скоростную китайскую железную дорогу, и они обсуждают характеристики этой дороги. То есть, вот, мы стояли с Виктором Бабуриным, первый вице-премьер Игорь Шувалов, и они обсуждали характеристики этой дороги. Так вот, цена за 1 километр 120 миллионов долларов. Скорость 350 км в час. Затраты в топливном эквиваленте 12 литров на одного пассажира на 100 км. Это те характеристики, которые сегодня закладываются, чтобы вы понимали. Теперь что мы демонстрируем? Цена, расчетная цена, которая есть в пределах 5 миллионов долларов за километр, скорость 500 км в час и эквивалент в топливном сегодня эквиваленте на 100 км на одного пассажира 150 грамм. Отличается система? Так вот, да, тут Ларис тоже говорит, у нас, вы же понимаете, что вокруг, ну, кто на выставке был, что все в основном люди были вокруг нашего стенда, все ходили к нам. Так вот, как вы думаете, кто получил грамоту за самый посещаемый стенд? РЖД! Потому что, ну, нам не жалко, потому что все наши, в принципе, партнеры и коллеги, они, в принципе, посетили стенд РЖД, потому что стояли к нему спиной, правильно? Потому что деньги было. И они постоянно нас выталкивали со своего стенда, говорят, отойдите, пожалуйста, от нас. Так что... Хорошо, а можно выходящий вопрос? Да. Я добавлю, значит, здесь финансовую составляющую. Понимаете, коллеги, то, что Сергей сейчас сказал, это все правильно, но... Это 100 миллионов, а финансопроводящая система, вы знаете, как она работает. Вот сейчас работаем и над тем, чтобы провести эти деньги в проект, понимаете? Она не готова сегодня принять таких объемов, которые нам нужно ежемесячно, как Сергей сказал. С этим тоже надо работать и шаг за шагом. Это тоже надо просто учитывать. Поэтому вот ситуация такова, какова есть с высокоскоростной. Ну, тем не менее, если мы говорим, что 2018 год это будет годом демонстрации, мы к этому идем, и подвижной состав, и на испытания он выйдет. Вот. И при этом сейчас прорабатывается то, что мы как раз буквально вот Виктор там перед выходом прорабатывали, что сегодня прорабатывается уже ряд практических вопросов, когда будет выделяться трасса, которая будет элементом уже скоростной действующей трассы, она будет строиться как экспериментальная, испытываться, а потом становиться частью уже скоростной действующей магистрали, которая будет эксплуатироваться. И тоже таких ряд вопросов идет именно для того, чтобы оптимизировать и ускорить этот процесс. Поэтому эта работа ведется, но она очень и очень непростая. Сложно, я понял. Да. Хорошо, тогда выходящий вопрос. Да, буквально. Да. Задам. Мне просто интересно. Тогда получается, что, как вы сказали, средства должны еще в несколько раз больше быть, чем вложено, чтобы запустить, да, полноценно? Нет, подождите. Нет. Мы имеем в виду про скоростной. Смотрите. Сейчас чем уникальна система? Что сегодня построено 4 линии. И каждая линия это отдельный бизнес. И мы сейчас уже ведем переговоры, и реально уже
говорим и с заказчиками, и с властями, и с инвесторами по строительству конкретных трасс, которые уже готовы. Городская трасса, она уже сегодня готова, она уже сегодня построена, испытана. Сейчас в процессе сертификации можно уже запускать конкретные реальные проекты. Легкая трасса сегодня, она уже готова, это готовый бизнес. И мы сегодня уже проводим переговоры для того, чтобы готовить конкретные трассы по этому бизнесу. По скоростной, да, она не, еще не испытывается, не сертифицирована, это следующий этап. Но так как мы по шагам, то есть мы первые шаги сделали, мы можем позволить себе говорить, что так как мы сделали эти шаги, мы сделаем и следующие. Поэтому сегодня мы уже ведем ряд переговоров и о проектировании строительства скоростных трасс, хотя они еще не начинали строиться. Но опять же, друзья, это тоже не совсем так. Потому что первый километр скоростной трассы мы уже построили. Он в этом автопарке стоит. То есть та эстакада, которая сегодня есть, она выполняет сегодня очень много функций. Она идет и как основа для низкоскоростной трассы городской и грузовой, которая идет в подвесном варианте, но это же элемент уже и для скоростной. Другое дело, что там и ровность, которая не может обеспечить большую скорость, и ее продолжительность не может. Но для того, чтобы сегодня начать ходовые испытания подвижного состава на низких скоростях, эта трасса уже готова. И этот процесс как раз сейчас идет. Спасибо большое. Да. Вот, и выходящий вопрос, это... Тогда получается, что еще необходимо для полноценного выпуска это большие инвестиции и в течение какого времени будет, так сказать, еще работать система краудинвестинга, да? Сколько по времени можно привлекать средства, ну или нужно, и через сколько закроется вход в корневую? Вот это как раз самый такой вопрос. Но, исходя из того, что если вы изначально и изучали меморандум, и смотрели, то там сразу понятно, что скоростная система – это самая затратная вещь, это самая сложная вещь. И мы сразу говорим, что со временем объем инвестиций должен постоянно увеличивать, и когда мы будем подходить к строительству, испытанию именно скоростной системы, нужны будут самые большие затраты. Это изначально было. Сегодня, как я уже говорил, разбито на этапы, это можно выполнять по разным этапам. На сегодняшний момент как раз то, что мы сейчас делаем, и как мы сегодня говорим, что мы, как советов директоров, готовим новую систему перевода уже краудфинансинга на из 1.0 на 2.0, то лично мое ощущение и впечатление, это я всегда говорю, что это моя точка зрения, но мы ее сейчас, в общем-то, можем... Приходится решать эту задачу. Говорить о том, что сегодня у нас есть полное представление, что все финансирование проекта от начала до конца и потом адресным проектом мы сделаем за счет краудинвестинга. То есть всегда будет возможность инвесторам на небольшими суммами входить в инвестиции. И вот эта система, то, что мы сейчас запускаем именно с цифровой экономикой, с применением блокчейн и токена, который будет обслуживать процесс, он это выводит вообще в другую плоскость. И сегодня, я не могу сказать 100%, и мы это сделаем, но... Ощущение, и у нас такая уверенность есть, что мы вообще запустим механизм, что до конца он будет финансироваться за счет краудфинансов. Вот смотрите, мы находимся на 10-м этапе, правильно? Между 10-м, завершение 10-го до 15-го этапа инвестировать надо больше 100 миллионов. То есть выделено на инвестиции, соответственно, выделены залоговые акции. Вот оно и все, и весь расчет, о котором говорит Сергей, в бизнес-плане так заложено, заложено по плане, финансовом плане 15 этапов, поэтому все абсолютно реально. Но то, о чем он говорит, этого никто не видел в 2013 году, когда создавался бизнес-план, понимаете? Мы идем, мы создаем новое, вот о чем мы сегодня говорим, буквально вот с самого утра практически. И поэтому вот финансирование и осуществление высокоскоростной трассы, оно, с одной стороны, идет в рамках бизнес-плана, с другой стороны, оно требует новых решений, которых никто не мог предвидеть. Казалось бы, принес дядя ящик или вагон денег, и мы ее построили, в принципе. А вот не принести этот 100 миллионов сразу, понимаете, это определенный процесс. И это дает нам надежду. Вы вспомните, полгода назад все стучали себя, значит, по ягодицам, я извиняюсь, и кричали: ой-ой-ой-ой-ой, сейчас скоро все закончится, и все, мы такую шикарную. Да, закончится, но закончится в соответствии с тем, как будет финансирование, поступление, а строительство, оно будет абсолютно осуществлено в рамках требований. И вот правильно говорит Сергей, что реалии таковы, каковы они есть по финансам.
систему надо дорабатывать, доводить, она не принимает, то есть не дает, вот банковская система, откровенно говоря, не дает проводить необходимое количество денег. Спасибо большое. Я просто этот вопрос был двухсмысленный. С одной точки зрения, когда, может, компания выйдет, да, там, на рынок и так далее. А с другой стороны, с точки зрения бизнеса, потому что SkyWay это уже, ну, на самом деле, так сказать, многоуровневый, да, очень известен. Потому что и этот вопрос именно к людей, кто строит бизнес, да, здесь. Потому что многие заходят и говорят, да, мне интересно, я бы, наверное, двигал это в массы, но если это через полгода закроется, какой у меня смысл строить сеть и развивать это дальше? Поэтому вопрос заключается в том, что, возможно, именно это даже и неплохо, что немножко оттягивается момент, так сказать. Это с одной стороны. Есть, да, правильно. С другой стороны, это извините, я вас перебью, потому что понятно, о чем вы говорите. Угу. Дело в том, что как раз время, когда собирай свой капитал, бизнес начнется потом. Сейчас нам дана шикарная возможность накопить потенциал. Понимаете? И вот то, о чем сегодня Сергей говорил, это как раз дает возможность участвовать и выбирать, идешь ли ты в адресный проект, идешь ли ты в токен-технологию, начинаешь там смотреть, что тебе выгоднее, или сидишь просто ждешь. Когда тебе дивиденды будут выплачены? Сейчас, ты будешь вашу. Здесь сразу отвечая на этот вопрос, вы очень, очень хорошо затронули вот эту тему как раз выстраивания новой бизнес-модели, исходя из того, что и действительно, вы помните, что начиная с 2014 года мы всегда говорили, что наша задача это создать доказательную базу для крупного бизнеса. И по сути дела, мы всегда с вами говорили, что мы сейчас создадим, и начиная с конца 2014 года за нами ходят вокруг нас эти крупные фонды. И мы говорили, мы с 2014 года всегда говорим, что мы ведем переговоры, они постоянно с нами на связи. И наша была поначалу задача, как мы видели, что мы создаем для них базу, дальше они входят, закрываем технологию. И о закрытии мы с вами говорим с 2015 года. И это не потому, что мы это хотели или мы желаемое выдаем за действительное. Это действительно такие предложения есть. Но когда мы стали реально прорабатывать с реальными фондами механизм, то оказалось, у них у всех одно и то же предложение. То есть мы хотим, вот ради интереса, мы хотим услышать хоть одно предложение. Каждый инвестор, крупный, который приходит, его не интересуют старые затраты. Его не интересует обязательство Юницкого перед сотнями тысяч акционеров, которые уже пришли. Они говорят, ребята, мы входим на сегодняшнем этапе, и мы будем входить на тех условия, которые мы будем диктовать. И оказалось, что сегодня нам невыгодно с ними работать. И поэтому мы говорим, что да, мы лучше пойдем сейчас на сдвижение сроков, мы пойдем на то, чтобы, но мы оставим то, чтобы до конца довести это краудинвестингом, и для того, чтобы обязательства людей, которые входили, они были выполнены. И второй момент, то, что вот мы сегодня говорили, то, что сейчас Володя уже упомянул, мы не могли предположить в 2013 году о том, что у нас перед нами откроется вообще новая возможность. То есть сегодня токенизация, то есть сегодня через систему блокчейн, то есть вывод краудинвестинга на уровень 2.0, мы сегодня вообще можем выйти, вот мы сегодня, вот Андрей, мы говорили, что мы сейчас, выходя на предложение Минтокена, все, кто работает в криптосообществе, как только откроется возможность, что инвестировать можно будет биткоином, эфиром, латкоином, и эти деньги сразу пойдут в адресный проект, сегодня вообще нет в мире такой возможности, когда инвестиции эфира могут пойти в строительство конкретной трассы. Нет сегодня в мире таких проектов. И как только мы дадим эту возможность, огромное количество инвесторов придет с этими криптоактивами в нашу технологию. И когда мы это осознали, мы сегодня вообще подходим к тому, что а нам сегодня весь этот крупный бизнес-то не нужен. Нам сегодня незачем на них уповать и говорить, мы сами это реализуем. Но, друзья, я могу сказать о том, что такой проект, мы сначала предполагали, что мы его за счет краудинвестинга стартуем, а потом переведем на крупный бизнес. Сегодня мы пришли к пониманию, что мы его стартуем, дальше мы его развиваем. Так вот сейчас у нас есть уверенность, что мы его и закончим, то есть выведем на бизнес-рельсы именно своими силами. А это, друзья, что-то новое. Сказал про крупные фонды. Вот. Нам для того, чтобы называться крупным фондом и считать себя, и действительно это было, я думаю, что дистанция 1.5-2 года. Вот. И второй момент, за который вы можете как бы быть спокойны и больше не задавать этих вопросов по поводу закрытия. Смотрите, начиная с 2014 года, даже с конца 2013, для того, чтобы набрать такую аудиторию. Аудитория
я не знаю, вот честно, данных там по головной и по еще одной компании, вот. Но, наверное, более 500 000 уже инвесторов, да? И вот в один прекрасный момент, вот я не знаю, делать умные лица и потом сказать всей этой аудитории, ребята, все, разбегаемся. Но это самоубийство. Ну реально самоубийство. Мы сделаем все, чтобы наш этот инструмент финансировал все то, да, чтобы мы были фондом, финансировали все проекты. Вот по максимуму, насколько мы это могли. И чтобы наши партнеры, они всегда оставались нашими партнерами. И мы не говорили, что спасибо за внимание, до свидания. А мы наоборот наращивали эту массу, да, чтобы у нас весь мир был. Чтобы о нас просто не могли не знать. Вот наша цель и задача. Вот, забудьте вы про вот, забудьте реально просто про слово, что закончится вход в корневую и все, и мы разбежались. Ну это реально, вот тут петли повесить, столько сил, энергии, вы не представляете, сколько здоровья, сколько всего, это же ну, зачем-то делается, почему-то делается, потому что мы ну, в душе этим живем. Вот, и мы, соответственно, думаем там, в этом же ключе дальше, как мы будем дальше финансировать следующий проект, следующий. Вот, у нас нет мысли такой, и все, и по домам. Сергей озвучил вопрос именно бизнеса как производства и как дальнейшего развития адресных проектов. То есть вы, у вас прозвучал вопрос именно бизнеса как партнерской программы. Поэтому ответ, да, это будет продолжаться достаточно долго. Одна технология будет полностью зафинансирована, будет начинаться следующая и так далее. Поэтому тема команды ждет нас завтра с утра, и мы с этого будем начинать. Я буду говорить об этом. И завтра готовьте также к этому вопросы. Сейчас ответ да, это будет продолжаться очень на долгий путь, поэтому готовим команды и завтра будем об этом говорить. Спасибо. Это спасибо. На десятилетие. Навсегда. Команда, хочу добавить, что готовьте эластичные команды. Мы меняемся, проект меняется, мы меняемся, и условия будут меняться. Но они всегда хорошие. Разные, но всегда хорошие. Поэтому будьте готовы на эластичные предложения. Если вы позволите еще один вопрос задать. По поводу токенов и когда ожидать выхода, потому что партнеры тоже все ждут, там хотят есть приобретать. Вопрос, микрофон. Сейчас. Еще раз повторяю свой вопрос. Интересно, когда выйдут токены, платформа непосредственно, когда можно будет прикупить себе валюты, криптовалюты, да. Вот. Но по срокам мы начали так активно работать в этом направлении где-то с мая месяца, как вы помните. И мы, в принципе, для себя ставили цель запустить именно площадку где-то в декабре месяце. По техническим срокам мы эти сроки выдержали, то есть все у нас технически готово, то есть и сама генерация кода, и площадка, и сейчас начали уже первые операции делать. Более того, сразу приведу пример, что сегодня и наши разработчики, кто работает уже с точки зрения программного обеспечения, и наши финансовые юридические партнеры, которые готовят именно уже схему, они все получают оплату уже в наших токенах. Поэтому этот процесс идет, и это мы уже практикуем уже практически там 4 месяца. Вот. И это очень важный момент для нас был, как будут, а это ведущие в мире разработчики, те, которые сегодня делают, ну, скажем так, одни из ведущих площадок. И юристы то же самое, я могу сказать, что это, наверное, лучшие юридические дома в Швейцарии, которые сегодня это делают. И для нас очень было важно, согласятся они брать оплату этими токенами. Это фактически уже начало их котировок. И то, что мы со всеми нашими партнерами сегодня уже ведем расчет в этих токенах, это говорит о том, что ведущие разработчики, юристы, которые готовят, они в это верят. Оказалась другая проблема, и я сейчас ее поясню, потому что это очень глубокий вопрос. Для того, чтобы выйти очень серьезно и показать сообществу, что это очень привлекательный инструмент, надо очень хорошо и грамотно прописать экономику токена. То есть как сформируется его оборачиваемость, что такое транзакции, что такое за ним стоит именно доходность, как она формируется. Для этого надо описать, и вот мы начали сначала описывать пространство Transnet, потом мы вышли к описанию Transnet Space, то
есть то, что бизнес, который будет вокруг Транснета. И параллельно с этим я вам просто приведу пример, что вот сегодня мы вышли на транссервис, то есть система, которая будет сопутствующая транспортная система, но она по капитализации на порядок больше, чем сама транспортная и сам транспортная услуга. И здесь это не то, что мы это изобрели, просто по ходу описания мы поняли, что этот сервис даст огромное количество транзакций. И фактически мы 2 месяца назад создали еще одну отрасль. И когда мы с Юницким начали обсуждать, он говорит: ребята, мне надо 3 месяца, чтобы я вам это реализовал в железе. То есть фактически при описании этой экономики мы создали еще одну отрасль. То есть, которую, вот. Потом мы начали уходить в следующий вопрос. Это я буквально вам одну секунду скажу, что для того, чтобы функционировала система блокчейна, необходима система, мы ее назвали транснейра, то есть система формирования сигнала. То есть от снятия сигнала автоматизированного, его учета записи в блок. То есть создание системы учета. И оказалось, что для того, чтобы сделать датчик, надо создать целое направление, которое будет в путевую структуру во всю систему монтировать эти датчики. Но их надо создать, их надо опломбировать, их надо сделать системы и создать новую систему фактически производства. Обсуждать это в системе транспортников бесполезно. Вот скажите, зачем транспортникам? Им надо перевести пассажира из одной точки в другую. А мы говорим, а нам еще надо учесть перевозку и за это надо затратить деньги. Так вот, транспортники, те, кто заказывает транспортную услугу, им это не надо. А вот в системе блокчейна, когда мы говорим, мы создаем систему автоматизированного формирования сигнала, который станет основой блокчейн, вот под это криптосообщество готово инвестировать. Понятно логику, да? Потому что это основа блокчейна. И не просто основа блокчейна, а мы ввели такое понятие промышленного блокчейна. То есть тот блокчейн, который оцифровывает технологические процессы. И понимаете, что сначала нам надо было это осознать, второе, нам надо было создать это производство, и третье, это надо вписать в технологический процесс. И это все, друзья, это вот за эти 3 месяца. То есть многие задачи, которые мы сейчас решили и которые пришли, мы сами не ожидали, что они вышли. И это только при систематизации проекта, мы к этому вышли, не говоря уже о описании технологических этапов, технологических укладов, мобильности 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, это все как раз зашито в эту экономику. Несколько расширено, но это очень важно, важно понимать. Все, спасибо большое. Валерий Головатюк, город Магнитогорск. Рассуждая логикой большинства обывателей, в хорошем смысле слова, они говорят так: биткоин — большой пузырь, он все время привязывается к доллару. Доллар 1978 года тоже большой пузырь. Как только рухнет доллар, рухнет биткоин. Мы говорим о том, что наша криптовалюта первая и единственная в мире, основанная на реальной экономике. Человек становится в ступор. Как это? Он не поймет. Вот, Сергей Анатольевич, наверное, к вам. В коротких определениях, как вот это донести до людей? Именно то, что реальная экономика за этим стоит. Давайте, тут у нас есть определенный спор, я все-таки заступлюсь несколько за биткоин и за этот пузырь, понимаете, это много, да, и за доллар. Значит, у меня есть один там очень близкий мне хороший товарищ, вот я его знаю, сейчас скажу, я его знаю с 94 года, то есть получается 24 года, вот он рассказывает о том, что доллар рухнет. Вот, и вот я его всегда встречаю, говорю: Миша, его зовут Миша Хазин. Я говорю: Миша, вот ты мне 24 года рассказываешь, что доллар рухнет. После этого уже рухнуло много чего, а он так до сих пор. Я говорю: вот я в свое время был комсомольцем, нам рассказывали о загнивающем капитализме. Так вот, уже нет ни комсомола, ни Советского Союза, ни КПСС, вообще ничего, а он как загнивает, так загнивает. Вот точно так же с долларом. Если рухнет доллар, поверьте мне, проблем будет столько, что на сегодняшний момент на многие вопросы мы даже не сможем ответить. Это в плане шутки. То, что Валерий Николаевич действительно очень серьезно, и то, что мы при обсуждении действительно выходим на серьезные темы, никто сегодня из криптосообщества не представляет, как цифровую экономику привязать к реальному. Вот это действительно вопрос. Я говорил, что сегодня созрели условия, что мы создали технологию, то есть инженерную школу Юницкого, которая позволяет себя оцифровать. Ни одна другая технология не может быть оцифрована. И вся проблема как раз сейчас криптосообщества, что они научились делать, и они создали экономику в виртуальном мире, в интернет-мире, но ее теперь надо применить к реальной экономике. И вот это как раз головная боль. Ну, не то, что головная боль, а это действительно научное решение.
Теперь про биткоин. У меня просто очень обидно за людей, которые сегодня работают в этой сфере. Сегодня капитализация этого рынка, Андрей, наверное, уже 430 миллиардов долларов. Да? Это очень самый крупный растущий мир. Поэтому сегодня сказать, что люди, которые работают в этой экономике, это просто там, ну там, спекулянты, мошенники, которые делают, это не совсем так. Если кто не понимает экономику биткоина, это не значит, что ее нет. Я не буду сейчас на этом останавливаться и говорить. То есть это определенные правила игры, так же, как у доллара. Доллар в определенное время занял свою нишу. И доллар, можно говорить как угодно, он сегодня расчетный инструмент, которым пользуется сегодня 2/3 мировой экономики. И вокруг этого есть очень определенные законы, и, соответственно, не будем сейчас, вот это как раз лучше Мишу Хазина послушать, он в лучшем виде рассказывает о том, как формируется экономика и почему у нее проблемы. Но то, что мы сегодня, создавая технологию Skyway, используя новые возможности, которые дает информационная сфера в блокчейне, создаем принципиально новое направление. Вот это да. Вот это абсолютно точно. И то, что мы сейчас создаем новую капитализацию токена, которая раньше никому даже не могла присниться, потому что это никто не мог сделать. То есть то, что мы сейчас описываем в своей, ну как она называется, белая бумага, или шаги, которые будут именно вести к капитализации, этого действительно никто не делал, потому что это впервые. И второй вопрос, как на это отреагирует сообщество? Мы абсолютно уверены, что все умные люди, они понимают. Вот я задам вопрос. Про экономику сигнала, то есть то, что нам для того, чтобы сделать блокчейн на Skyway, надо сначала создать систему датчиков. Это понятная вещь? Когда мы говорим, что без этой системы блокчейн не может быть в Skyway. Если вы хотите, для того, чтобы инвестировать в токены этого проекта, и каждый датчик, который будет снимать сигнал, он будет вам приносить прибыль. Здесь же нет никаких сомнений о том, что понадобятся миллиарды таких датчиков. И если вы инвестировали в завод, который их создает, вы будете всегда получать прибыль. В этом есть сомнения? Нет. Абсолютно. Вот по такой же логике мы будем и создавать заводы по производству подвижного состава, и создавать производство по руде и по металлу, который будет строить эти трассы. Это все будет одна логика. И каждый раз, инвестируя в эти адресные проекты через токены адресных проектов, вы будете закладываться в ту прибыль, которую будет давать это производство. Но второе, то, что дает токен, нельзя сравнивать и нельзя токен привязывать к собственности. Это не акции, это не доходы, это транзакции. Но с точки зрения блокчейна, когда мы делаем это производство, количество транзакций будет увеличиваться. Количество транзакций – это уже прибыль токена, это формирование его доходной части. Потому что с количества транзакций снимается комиссия. Поэтому всем, кто понимает, что количество транзакций будет постоянно увеличиваться, значит, если вы обладаете инструментом, который это обслуживает, он будет постоянно дорожать. Это тоже, по-моему, очевидная вещь. И вот то, что мы сейчас делаем, на наш взгляд, это и уникально, и интересно, и самое главное, это возможно только потому, что за нами стоит реальная технология. И опять же, мы начали об этом говорить не 2 года назад, и не с самого начала, а только тогда, когда экономика стала очевидной, когда технология стала это подтверждать. И тогда мы сразу перешли к логике, уже цитируя Лешу Суходоева, кто в это не понимает, встали и вышли. Потому что мы начинаем это обсуждать с теми, кто понимает, что есть реальная экономика. Что есть перевозка руды, есть перевозка пассажиров, есть перевозка воды. Я специально сейчас произнес это слово, хотя не углубляет. Перевозка воды. А дальше создается система, которая это учитывает. Так вот, если вы вкладываете в инструмент, который будет все это обслуживать, вы будете получать прибыль и от эксплуатации конкретных месторождений, и конкретного бизнеса, и уже от финансовой настройки, которая будет все это обслуживать. Это дополнительный инструмент. Здравствуйте, меня зовут Вадим, город Ступино, Московская область. Вопрос у меня следующий. Вот когда ведешь переговоры, допустим, с чиновником высшего звена, допустим, Госдумы и так далее, и задается вопрос, значит, кто будет оплачивать адресный проект, допустим, городского подвижного состава? Все. Вот, давайте отвечаем. Давай, так сказать, уж сразу, чтобы это сразу привязанное к нашим любимым токенам. Вот, сразу понимаю.
чем сегодня очень сложно говорить с сегодняшними чиновниками, которые работают в сфере транспорта. Для них само понятие, просто вот в априори, что мы говорили, само понятие доходность или недотируемость транспорта невозможно. Потому что на сегодняшний момент вся транспортная отрасль, или не только в России, во всем мире, она дотируема. Она дотируема налогоплательщиками. Со всех собирают деньги, дальше выдают. Бизнес пытаются построить и у нас, и за рубежом на элементах транспортной. То есть создание автомобиля – это бизнес. Создание самолета – это бизнес. Создание авиарейсов – это бизнес. В общем, это сегодня дотируемая система. Тем более в России. Сегодня четверть федерального бюджета России тратится на транспортную отрасль. Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, что мы создаем высокодоходный бизнес и транспортная отрасль будет недотируемой, то есть мы делаем трассы в городе, и из бюджета не надо будет туда платить деньги, а наоборот, они будут приносить бюджет, с сегодняшними чиновниками это невозможно говорить, они этого не могут понять. Я приведу такой пример. До 90-х годов, то есть до развала Советского Союза, у нас была проводная телефонная связь. Проводная телефонная связь всегда дотировалась из бюджета. Она не была доходной бизнесом. И только с появлением мобильной связи, телефон, вообще мобильная связь стала бизнесом, она стала высокодоходным. И, соответственно, если в 90-м году стоял вопрос, как телефонизировать и каждому жителю Москвы провести телефон, то через 10 лет этот вопрос просто не стоял. У каждого был мобильный телефон, и он спокойно мог разговаривать. И причем эта отрасль стала частной, там появилась конкуренция, и она стала высокодоходной. Поэтому с сегодняшними чиновниками о транспортной отрасли, которую мы создаем, разговаривать бесполезно. Они ее просто не могут понять. Старых энергий не решено. Они просто не могут осознать, что такое. Мы вам построим дорогу, ее не надо дотировать, она будет приносить прибыль. Поэтому сегодня мы строим переговоры с чиновниками, это вот из губернатора Ярославской области еще, что давайте делать государственно-частное партнерство. Вы выделяете землю, вы даете разрешение на строительство, мы за свой счет строим трассы, и мы сами их эксплуатируем на свой страх и риск. И вот это как раз предмет переговоров, которые мы ведем. Где-то эти чиновники это понимают, где-то не понимают, это процесс только времени. Сегодня Виктор Бабурин очень четко, доходчиво показал, что, друзья, сейчас здесь не понимают чиновники, но это понимают чиновники в Индии, в Индонезии, в Филиппинах, в Монголии, во Вьетнаме и, наверное, в Бразилии, еще десятки стран, которые задают вопрос: ребят, давайте, вы начинаете строить, а все остальные вопросы мы вам решим. Поэтому мы будем строить первые трассы и привлекать инвестиции туда, где востребовано и где будет высокая доходность. Понятно? Понятно, что все за наш счет получается. Почему за ваш счет? У меня в понедельник. Вы знаете, у меня в понедельник будут переговоры. Подождите, за ваш счет вы имеете за ваш личный счет или за тех, кто здесь сидит? Смотрите, вопрос, откуда вы возьмете деньги, Сергей хорошо ответил. Я очень много общался с чиновниками в Эстонии по поводу различных проектов. Конкретно Ставей. Я вам скажу так, что вопрос, где деньги, Зин, преждевременный. Когда будет выяснено, что проект стоящий, он инвестиционно пригодный, потому что просто построить трассу, это еще ничего не сказать, из точки А в точку Б. Она должна быть как минимум или социально, или экономически привлекательна для инвестора. Теперь, если вы идете к чиновнику, какая ваша основная задача? Идя к чиновнику, чего вы хотите достичь? Для того, чтобы пробить, я сейчас закончу, для того, чтобы пробить, значит, какой-то проект, или чтобы им, скажем так, кол на голове тесать, то, о чем сейчас Сергей говорил. Не надо кол на голове тесать. Понимаете? Вопрос в том, что если вы видите, что есть какой-то проект, который можно и нужно делать, его нужно делать за свой счет, вы правильно говорите. Пока за свой счет. Если вы хотите этот проект дальше вести, вы тогда подготавливаете его, приходите и говорите: да, тут есть свои соображения, давайте проверим, так это экономически. Так, тогда начинаем говорить ГЧП, то есть государственно-частное партнерство, или привлекаем какой-то фонд. Пенсионные фонды сегодня стоят в очереди на финансирование проектов, которые состоятельны. Но они в первую очередь говорят, что ага, у вас есть сертификация, есть. Процесс идет очень интересно.
То есть, понимаете, впереди паровоза надо бежать только с информацией, что паровоз идет. И готовить чиновников. Потому что, вы знаете, дело в том, что и в Бразилии, и в той же Индии чиновники, они же что говорят? Они говорят, вроде бы деньги есть. В бюджете, значит, в Эстонии тоже деньги есть, но после 21 года. До 21 года мы можем только дать на предпроектные работы. И строить-то все равно завтра не будут. Вот задают вопросы где? Вы ему задаете вопрос, у тебя есть деньги на предпроектные работы? Давай вместе их делаем. Понимаете, да, логику? Ну, примерно, да. Ну, вот давайте, чтобы подведя черту, и можно сказать, что проекты, которые мы с вами, как акционеры, как те, кто продвигает проект, именно Skyway, мы заинтересованы в том, чтобы проект строился не конкретно в городе Ступино, потому что мы патриоты Ступино. Я тоже люблю Ступино, я там с парашютом прыгал, поэтому, так сказать, свое время. Поэтому для меня Ступино тоже, так сказать, не совсем такой неродной город. Но, друзья, с точки зрения бизнеса, мы начнем строить и делать первые проекты там, которые будут наиболее эффективны, которые будут приносить наибольшую прибыль. Если сегодня в Индии проектируются трассы, где пассажиропоток, миллион пассажиров в сутки, это гарантия того, что там будет высокая доходность. Когда мы со временем придем к другим проектам в Ступино, это тогда, когда они по доходности дорастут. А сегодня то, что тот механизм, который мы сегодня говорите, за наш счет, мы сейчас создаем систему того, что каждый инвестированный там, доллар, рубль, там, неважно, в том, он будет высокодоходный. И мы должны обеспечить то, что каждая инвестиция будет приносить доходность. И естественно, мы уже как фонд, который будет выбирать проекты, и как с головной мы будем определять адресные проекты, которые будут запускаться в первую очередь, первый критерий, который будет стоять, это эффективность. Это как с телефонами, о которых Сергей говорил. Кто-то же вкладывался на определенном этапе. Сразу второй вопрос. О чем нам говорить с чиновниками со Ступино? Расскажите ему об этом проекте, скажите, что все. Такое ну, допустим, будет, и все. Наша задача сейчас, друзья, наша задача сейчас. И записать, как-то зарегистрировать в проекте. Если он захочет зарегистрироваться, как личный инвестор. Да, как инвестор. Все. Сегодня никаких денег из бюджета нам не надо. Не дадут. Мы не то, что не дадут. Если даже будут предлагать нам сегодня, ни в коем случае нельзя не идти на финансирование из бюджета. Из федерального, из муниципального, на государственные деньги. С государством мы должны отстраивать только договорные отношения, только государство-частное партнерство. Ничего более. Да, благодарю. Вы знаете что? Возьмите с собой вот такую брошюрку. Вот, ее дайте в руки. Больше ничего не надо. И скажите, я подожду 5 минут, пока вы прочитаете русский текст. Или английский. Арина Ким, активный партнер компании с апреля 2014 года. Я до недавнего времени жила в селе Шумейка Энгельского района Саратовской области. А сейчас второй год живу в Анапе на берегу Черного моря, благодаря бизнесу Skyway. У меня вопрос к Сергею Анатольевичу. Из репортажа мы видели, что выставку нашу посетил Медведев. Мне хочется узнать, насколько изменилось его мнение к Skyway с 2008 года, когда он впервые на заседании правительства услышал о нашей технологии. Хотя мы 3 года строим без их мнения успешно Skyway. Ну, не 2008, а в 2009 году на госсовете губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов докладывал тогда ему о технологии Skyway. Ну, опять же, тут не надо говорить о том, что столько задают вопросов. Если бы мы эти вопросы обсуждали или делали, то он бы, наверное, 1.5 часа провел на стенде, а он был там всего 3 минуты. Поэтому здесь вопрос. Поэтому здесь больше именно по ощущениям, по взглядам. Значит, можно сказать, что была отстроена система, его не хотели пускать на наш стенд, и он к нему пришел вопреки организаторам, а не благодаря.
Вот, первый. То есть, когда его пытались чуть ли не на руках унести от РЖД стенда, который был возле нас, вот, он повернулся, увидел, сам подошел, и первый вопрос, который он задал, еще раз говорю, что это не я представлял, он первый вопрос, это Юницкий, то есть он задал, то есть этим показал, что он помнит, он знает, и он просто хотел подтверждение спросить. Это Юницкий, я сказал, да, это технология струн, то, что мы делаем. Он говорит, вы что-то сделали? Это его второй вопрос, я говорю дословно. Я показал на экран, сказал, ведем испытания двух машин, на Инотрансе в прошлом году показали, сейчас идет. Он говорит, это что? Я говорю, это городская машина для путевой, для гибкой путевой структуры, которая вот 300 тысяч пассажиров в сутки. Он говорит, что-то строите? Ну, тут тогда надо, наверное, еще более сказать вопрос, так более глубоко. Да простит меня министр транспорта Соколов, так сказать, но это в его адрес. Вот, потому что все, что я говорил, сопровождалось еще одним моментом, что Юницкий спрашивает, ну, вы строите, мы говорим, он испытывает. Он говорит, извините, это по Фрейду. Потому что на стенде должен был стоять Юницкий, но система сработала так, что Федеральная служба охраны его не пустила в этот момент на выставку. И поэтому он стоял за воротами, его не пустили, поэтому пришлось нам с Виктором вдвоем, как бы, это не специально, абсолютно случайно так получилось. Вот, и следующий вопрос, который он задает, который задают все. Он говорит, вы это сертифицируете? Министр транспорта говорит, да ничего у них не сертифицировано. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, я говорю, все засертифицировали, в Белоруссии готово, в России закачиваем, до конца года все сертификаты получим. Он говорит, вы контракты какие-то? Он говорит, да нет у них никаких контрактов. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, предварительных контрактов на десятки миллиардов долларов, сейчас конкретно, в 2018 году начнем строить конкретные трассы. Вот. Он говорит, а производство у вас есть? Я говорю, да нет у них никакого производства. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, два завода сейчас уже оборудуем, сейчас оборудуем под мелкосерийное производство, третий завод. И постоянно он его за локоть хватил, что вроде как пошли. И он постоянно стоял, от него вот так вот как бы это отделывал. Поэтому со стороны это выглядело, конечно, очень комично, так сказать. Это. Но вот мое личное, и потом он когда сказал, то есть он говорит, молодцы, пожал руки, и он говорит, ребята, я вам желаю удачи. То есть он настолько искренне как бы был удивлен, что мы выжили за это время, что мы сделали, что мы развиваемся, мы у него ничего не просим. Поэтому вот с точки зрения вот такого как бы общего моего впечатления, что он был искренне удивлен, что мы выжили, что мы что-то делаем, что мы развиваемся, и он искренне сказал, ребята, удачи. Все, и ушел. А что нам еще от него надо? Город Красноярск. Я в этом проекте новичок, всего лишь 2 недели, но я вижу огромные перспективы и огромное будущее здесь. Я вижу цели. Вопрос у меня вот такой. Можем ли мы привлекать инвесторов из других стран? Можно я отвечу? Германия конкретно. Давайте я сейчас отвечу на этот вопрос. Очень приятно. Сегодня много ко мне людей подходили с таким же вопросом. На сегодняшний момент наши инвесторы существуют в более 257 странах. Вы хоть знали, что столько регионов вообще существует? Вот я вам отвечаю на этот вопрос. Наши инвесторы есть во всех этих странах. И насколько эффективно и как работать, мы завтра поговорим. Я ответила вам. Спасибо. Спасибо. Владислав, ограничения с марта месяца у нас не будет. Слова такого не будет. Меня зовут Сергей, фамилия не стреляй. Слышите, не забудете. Город Краснодар, куратор города Краснодара. У меня даже не вопрос, а просьба пожелания в виде вопроса, может быть. Здесь собрались люди разного возраста, разных профессий, кто-то еще с советского времени, да, кто-то вот как молодая, юная леди, помоложе. У кого-то какие-то опыты есть свои, да, проходящие через какие-то системы, структуры, MLM, ну и так далее, и тому подобное. Кто-то с чем-то сравнивает, кто-то еще с этим опытом дальше идет по жизни. У нас проект народный. Чем больше привлечем народа,
чем больше придут народных средств, тем быстрее мы будем переходить на этапы. Все зависит только от этого. Да? Для этого нужен простой, эффективный, понятный инструмент для любого в этом зале. В виде обучения, в виде инструмента, как подойти, работать. Все понимают, там ХК, там теплый список. Ну, большинство людей, кто не знал, в интернете уже набрались этого и делают это. Да? Но чтобы была массовость, нужен такой легко передаваемый инструмент от компании. Вот когда будет такой инструмент представлен, есть уже оплайн, мы уже его пробуем, пользуемся, есть там какие-то технические заморочки, но все это будет решаемо, понятно, не сразу. Вот нужен такой инструмент, когда он будет готов, представлен, и будет ли, и делается ли такое. Завтрашний день мы посвящаем именно этой теме, и завтра уже будут представлены ряд инструментов, которыми можно пользоваться на сегодняшний день, и, естественно, это будет постоянно дополняться. Поэтому завтрашний день мы начинаем именно с возможности сотрудничества и получения дополнительных инструментов для работы. Окей. Я добавлю еще, что вы упомянули оплайн. Значит, рассматривать, или вернее, уже обсуждено на уровне технических возможностей и интересов создание на базе оплайн после его освоения, ну, как бы освоения, на этой площадке создания нашего так называемого обучающего центра нашего будущего фонда, скажем так. То есть там будет полное обучение, потому что мы пойдем дальше. Вузы, они дают базовое образование, тут надо будет много чего сделать, а эта площадка, то есть там может быть вебинарская площадка и прочие дела. Мы об этом думаем и работаем над этим, так что даю вам такая вот информация. Каждый партнер может пользоваться. Да, да. Освоив это, и на этой базе идти дальше, 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 вникать в другие модули обучения. Также сейчас, ну, уже с одним заключили договор. Вот, еще заключим ряд договоров с различными топовыми тренерами по различным направлениям. Это как социальные сети, это, ну, email-маркетинг, в принципе, маркетинг в интернете. Вот, да, и это мы все будем делать, будем постараемся на оплайне сделать, но там уже как договоримся. Mm-hmm. То есть площадка не до конца наша, вот, но думаю, что скоро будет. Благодарю. Своим целям было делать, не привлекать оплайн и так далее. Вот такие системы оплайн и все остальные. Можно все-таки скажу? Простой вопрос такой задаю. Вот предлагаете возможное обучение, там, автоматизированную систему. Можно микрофон, пожалуйста, не слышу. Я задаю, я громко говорю вообще. Я задаю простой вопрос. Хорошо. Хорошо. Вот систему оплайн, кто посмотрел, скажите, пожалуйста, и кто хоть что-то там понял. Поднимите руку, кто все понял, все замечательно. Нет, ваш вопрос. Ну, не понятно. Все, но... Григорий Михайлович, это завтра будем рассматривать. Завтра будем обсуждать. Хорошо, давайте завтра будем обсуждать. Вопрос давай. Не-не-не, пожалуйста, задайте. Выступление завтра. Вопросов нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. У вас вопрос? Да. Всем добрый вечер, меня зовут Аслан. Я 3.5 года партнер компании. Все очень нравится. Вот. Приехали мы сюда с мамой на поезде, покормили РЖД. Вот. Когда я выходил, предыстория небольшая, да, буквально 15 секунд. Проводник, женщина, которая выходила, я ей просто задал вопрос. Вы слышали что-нибудь про струнные технологии Юницкого, про струнный транспорт? Она мне отвечает, нет. То есть вы не купили акции струнных технологий? Она мне отвечает, нет. Я говорю, тут два варианта. Это то, что либо лишить вас работы, и у вас один есть выход. Стать нашим акционером. Так что подумайте. Вот. Просто когда мы ночью ехали, он шатнулся пару раз так. Ну, вот. И, собственно, к вопросу. Да, как одна известная женщина говорила, у меня будет один вопрос, но из двух частей. Первый вопрос. Она, когда я уходил, она на меня так посмотрела, и мне стало страшно. Ну ладно, я акционер, у меня 300 подарочных, я верифицировал аккаунт, я не настолько интересен. Вот. Вопрос к чему? Есть ли у Анатолия Эдуардовича телохранители? Ну, вот, это, ну, первый как бы вопрос, да? Я думаю, ответ будет короткий, потому что мы Александра Мосина видели, и Славу Евтуха видели тоже, да? Но сейчас вот действительно какой-нибудь РЖДшник будет и на выставке рядом проходить. Продумали этот момент, вот этот первый вопрос. И второй вопрос, если вдруг компания выберет такой выход из ситуации, отказаться от IPO классического, да, потому что мы все понимаем, то, что есть какие-то другие интересные процессы, где нам выгоднее только будет, можно ли как-то будет
своими долями поделиться со своими друзьями и близкими, которые по определенной причине просто ну, вот, не верят в Skyway. То есть вот. У вас два вопроса. Это очень хитрый был подход, да. Давайте на первый вопрос по системе безопасности продумаем. Конечно, думаем, конечно, это и чем дальше идет, развивается и так далее. Поэтому вся система безопасности отстраивается и делается. И я могу сказать, что вот такое личное общение с Юницким будет все больше и больше ограничено. И в дальнейшем вообще просто личное общение с ним, это будет очень большая редкость. Поэтому это и наша с вами безопасность, именно финансовая, и его личная безопасность. Это, естественно, продумывается, для этого есть специалисты, и мы в этом направлении работаем. То есть это по мере развития проекта, это все, естественно, делается, тут никаких вопросов. По поводу на сегодняшний момент, что я могу сказать, что у Юницкого есть не только телохранитель, у него есть еще и ангел-хранитель. Поэтому это, на наш взгляд, намного важнее сейчас. Теперь по второй части вопроса, что свободный оборот, то есть когда можно будет переводить акции, ну то есть что, в свободном обороте, как мы говорили, что это будет первый вариант при закрытии входа именно уже в классическом понимании сегодня в адрес именно в корневую технологию. Но то, что мы сейчас как бы делали и по развитию площадки, то, что я вам говорил, что сегодня у нас возникает совсем новый инструмент, вот который мы сейчас делаем. И о его возможностях мы, начиная с весны, то есть как только мы запустим и поймем, как это работает, как это будет обращаться, там несколько другие правила игры, совсем другие правила игры. По IPO я вам могу сказать, что по классической схеме, там, кто слушает и Виктора Тарасова, это профессионал с точки зрения трейдинга, там, и кто вообще сталкивается, понимаете, что классический IPO это 3-5 лет. То есть для того, чтобы сегодня нам сказать и говорить правду, что через 3-5 лет мы можем выйти на классическое IPO и не ранее. Более того, что выход стратегии на IPO, она тоже абсолютно разная, но это бы я с вами разговаривал 3 года назад, я бы вот эти все слова произносил. На сегодняшний момент я бы процитировал больше мне ближе слова Германа Грефа, что, уже перефразируя то, что он говорит, я бы с радостью вам мог сказать, что мы через 3 года хотели бы выйти на IPO. Но что-то мне подсказывает, что классического IPO через 3 года и классических бирж, как мы сегодня привыкли, их просто не будет. Более того, цитируя того же Грефа, я сейчас могу сказать, я бы сейчас не гарантировал и не говорил, что через 5 лет будет сам Сбербанк в том виде, как он сегодня будет. Потому что, выступая перед студентами МГУ, Греф сам сказал, что сегодня блокчейн настолько меняет финансовую схему, что он говорит, я абсолютно уверен, что через 5 лет будет блокчейн и будет развиваться эта технология, но я не уверен, что будет Сбербанк через 5 лет. И вот в этом плане это ответ, что мы, может быть, через 3 года и хотели бы выйти на IPO, но, боюсь, выходить будет негде. Этих площадок просто не будет. А вот то, что мы запускаем новый инструмент, который сегодня называется либо ICO, либо TGE, либо размещение, то есть это не важно. То есть то, что нам сегодня крипто-сообщество дает новые инструменты, вот это абсолютно точно. И в этом плане то, что будет и в какая система будет развиваться, то, что мы будем. Но самое главное, что с самого начала, в 2014 году, когда начинался этот бизнес, Юницкий сказал, в 2018 году мы планируем свободный оборот обязательств, которые мы сегодня запускаем. И я могу сказать, что вот это обязательство в 2018 году будет реализовано, на мой взгляд. Вот я тут еще раз говорю, друзья, когда будете говорить, то здесь уже можно сказать, что Сибиряков сказал, что скорее всего в 2018 году будет свободный оборот. Вот это мое мнение, что вот это мы реализуем. На ваш вопрос делиться с товарищами, делитесь информацией, это самое лучшее, что вы можете делать, и чтобы они вовремя вошли. Абсолютно прав, абсолютно прав. Насильно счастливым сделать кого-то очень тяжело. Все, да? Ну и безусловно, Денису посмотрим в итоге. Евгений включает микрофон, как на вокзале. Еще раз, да? Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Манбек Брауф. Я в Skyway с весны 2016 года. Считаю, что Skyway это, точнее, даже струнная технология будущего человечества. Вопрос такой. Вот, Сергей, я просто помню, как год назад вы, значит, высказывали свое мнение об общении с Медведевым. После позавчерашней встречи, как она у вас поменялась ли?
как продолжение этого вопроса, почему, вот я так слышу просто, ну и что-то сам тоже убедился, общение с российскими потенциальными инвесторами, оно существенно сложнее, чем с зарубежными, и их сложнее вывести на инвестирование этого бизнеса. И как отсюда вытекающий третий вопрос, есть ли у вас какие-то рекомендации в плане, вот в этом плане? Ну, как мы уже говорили, давайте с крайнего начнем. По рекомендациям завтра обучение, то есть как раз профессионалы с точки зрения общения, выстраивания, аргументации, логики, всего остального. Завтра мы это все покажем, сделаем улучшение. Теперь по поводу российских инвесторов, не надо их обижать. И здесь говорить, мы начали в России работать в 2014 году. До 2015 года у нас Россия была основным инвестором, который сегодня есть. Потом вот благодаря, там вот ровно сколько, полтора и два года назад мы познакомились с Франтишиком Солером, который сказал, что надо идти в Европу. И я честно могу сказать, что мы начали в июле прошлого года, 2015 года, первую работу в Европе. Так же, как я не скрываю, что я не верил в краудинвестинг, потом меня время переубедило. Также я не верил, что мы можем работать с европейскими инвесторами. Я считал, что они не пойдут к нам в проект, потому что белорусский изобретатель, компания из России, и чтобы сюда пришли инвесторы, я в это не верил. Какое-то время, очень короткое. Сегодня, по констатации фактов, 257 стран со всего мира, и сегодня основной объем инвестиций был не из России, но, четко можно сказать, на первом месте основной инвестор как был, так и остается, это Россия. То есть Россия дает максимальный объем инвестиций. Поэтому, друзья, здесь могу сказать, что как мы общались с российскими инвесторами, как и работали, и как Россия обладала огромным потенциалом. Другое дело, что говорит Инета, и это действительно так, что у нас было время, когда Словакия, в которой живет 4 миллиона человек, 5 миллионов человек, по объемам инвестиций превышала Россию. Это, друзья, было. Вот. Но со временем как это вяло, потом все-таки потенциал у России огромный, поэтому она все равно выходит на первое место. А если взять там, допустим, группу стран, такие как Чехия, Словакия и Венгрия, то они уверенно обходили Россию. Потому что, так сказать, это тоже было. Но это как раз уже личный фактор. Это когда профессионал, когда лидер, который работает в стране, он может влиять и собирать, ну, скажем так, объединять большое количество инвесторов. Сейчас мы, то, что Инета сказала, мы большое внимание уделяем России. Мы абсолютно уверены, что потенциал в России огромный. Хотя бы потому, что мы сами все здесь. Это русскоязычная компания и сам автор. Да, поэтому, но, друзья, есть объективные причины. Мы параллельно с Словакией, с Алексеем много времени потратили на Германию, на то, что там каждый месяц ездили, проводили конференции, встречались с инвесторами. Сегодня это дает свои результаты. У нас Германия сегодня на втором, наверное, месте, да? Уже видите, немцы все-таки перешли на первое, потому что, ну, немцы — это другой менталитет, я вам могу сказать, что мы с ними много общаемся, они не понимают, вот я вам честно говорю, когда я с немцами общаюсь, они не понимают, что такое инвестировать 100 евро. То есть, когда им говорят, то есть, вот здесь многие там, подходят, у нас пакет там 25 евро, 100 евро в месяц, там еще, понимаете, то есть, когда общаешься здесь, ты понимаешь, что это серьезное обсуждение, что люди всерьез обсуждают инвестировать 100 евро в месяц. Если вы скажете немцу инвестировать 100 евро в месяц, он 100 евро — это пиво пойти с бутербродом съесть, понимаете? А что такое инвестировать? 100, ну, то есть для него 100 евро — это инвестировать кружку пива в компанию. Для них это непонятно. Они инвестируют, начиная от 5, а реально 10 тысяч евро. Но прежде чем инвестировать, они долго изучают, они долго смотрят, долго принимают. Но когда они принимают решение, это совсем другие суммы. И сейчас мы вышли на тот период, когда для них уже становится доказательная база. Ну, тут немножко как отвлечение. Инотранс был для многих немцев прям решающим, потому что они не могли поверить, что мы выставляемся на Инотранс. Все, потом мы выставим второй момент. Когда говорили, как вас найти на Инотрансе, у нас это было на уровне уже такого скрипта. Мы говорим, заходите на выставку, находите самую красивую девушку, которая стоит в синем платье, на ней написано «Siemens», и она всегда вам покажет указатель до Сименса, как дойти. Таким вот, то есть из любой точки выставки вы могли прийти на Siemens.
Дальше мы говорим, вы приходите на стенд Сименса, с левой стороны будет у вас Хитачи, с правой стороны Кавасаки, а посередине Skyway. Все. Для них это был шок. То есть они говорят, что идти надо на Сименс, и потом между Хитачи и Кавасаки вы найдете Skyway. Вот. То есть для них это был второй шок, когда они поняли, что мы где-то там между Сименсом, Хитачи и Кавасаки, где-то там наш стенд. Вот. Ну и третий, когда мы вышли на контракты, на для немцев это стало. Но! Еще могу сказать одно наблюдение, вот с кем мы с немцами работали, они никогда не инвестируют в одну компанию. То есть они все изучают, изучают, смотрят, смотрят, Skyway, Skyway. Потом говорят, ну там один у меня инвестор, он говорит, ну я на всякий случай еще инвестировал в Hyperloop. То есть я, откуда я знаю, кто из вас будет там главный? Но он инвестирует и туда, и туда. Поэтому с точки зрения потенциала, все-таки, вот как я тут считал, что Россия, и все-таки Германия на первом, но это потому что огромный потенциал. Нет, на первом месте Эстония. Я серьезно говорю. Давайте посчитаем. Что с этими эстонцами делают? Вы смотрите, в Эстонии 1 200 000 человек. Это все молочные, то есть эти и грудные дети все. 1 200 000 человек. Умеете все считать? Как минимум Эстония инвестирует от 100 до 120 тысяч, от 120 тысяч больше в последнее время. Что это значит? Это значит, что по крайней мере 10% эстонцев каждый месяц по одному доллару вкладывают в проект. Теперь посчитайте, что это значило бы по Германии или по России. Представьте, 10% от России, это 100, извиняюсь, это значит 10 миллионов, там 15 миллионов по одному доллару. Но, друзья, у вас мощный рынок для работы. Ты 2 месяца проинвестировала Россия, как Эстония, и мы в танках. Я желаю вам успехов. Спасибо. Именно этот вопрос часто продолжить именно эту тему и сказать, что очень много времени тратится на этот вопрос. Что скажут чиновники, разрешит ли Евросоюз этот те вопросы, которые задаются в Европе, что здесь скажут министерства и так далее, и так далее. Вот сегодня практически весь день уже, и Сергей Сибиряков об этом говорил, мы говорим об этом постоянно. Сейчас мир разделяется на старые системы и абсолютно новые, на абсолютно новый уклад. Поэтому нет смысла тратить время на сворачивающуюся систему, которая не дает никаких результатов. Поэтому вопрос только к нам, ко всем. Что мы собираемся делать, понимаете, как новое сообщество, как работать, по каким системам и что делать. Не тратьте время на хождение к чиновникам, как вам кажется, к банкирам или к тем людям, которые сидят в старой системе. Они ничего вам нового не дадут, не покажут, они только крадут ваше время. Поверьте, из опыта этих 4 лет. Вот полной работы, поэтому идите к обычным людям и просто рассказывайте об этом. Самый большой процент наших инвесторов – эти люди, которые устали жить в старой системе. Я передаю привет всем журналистам и налоговым инспекциям, и я все время тоже говорю, что я вас поздравляю, потому что вы тоже наши партнеры. И у нас несколько случаев было на крупной конференции, когда вставали просто чиновники и люди с министерств транспорта, это было в Европе, и говорили о том, что мы являемся вашими инвесторами, мы за вами следим, хотя работаем еще в старой системе, и мы ждем, что наконец-то эта плотина уже, в общем-то, тронулась, прорвалась, и мы ожидаем уже результатов, и мы с вами, понимаете? Поэтому нет смысла ходить и что-то доказывать. Просто нам нужно сделать и сформировать, что мы и делаем. Ту систему, тот новый пласт жизни, условий, форм и, соответственно, шагов и обучения, что нам поможет это реализовать. Но это не старая система. Сергей, по Медведеву. Это меня столько спрашивают, как будто я там полдня провел в общении с ним, так сказать. И я, по-моему, я уже столько про эти 3 минуты рассказал, что эти 3 минуты это уже как полет в космос. Все будет хорошо, и он пожелал нам удачи. Да, абсолютно верно, что давайте уже как скрипты, которые будем.
мое личное отношение, что он очень удивился, что мы выжили, и он искренне пожелал нам удачи. Это вот то, что я сейчас из этого вынес. Это не его мнение, а ваше. Это вот как раз мое мнение и есть. Сергей, вот. Знаете, в интернете уже ходит, что вы чуть ли его не за это схватили и чуть ли не затащили. Ну, так, нет. Вот это бабка какая-то сказала, так все дает. Это абсолютная неправда, могу сказать. И более того, сказала, что нет, такого не было. Да, мы с Виктором стояли, и когда его подняли на руках и понесли, Виктор сказал, ну все, нам как бы его не видать это. Я говорю, а у меня почему-то была уверенность, что он придет на стенд. И когда он сам остановился, повернулся и пошел, это было вопреки организаторам, а не вот, ну, поэтому тут не я его затащил, он сам пришел. Никто никого не тащил. Более того, он пришел сам, его пытались потом даже с этого сдернуть, он остался, он задал все вопросы, которые надо было задать. Опять же, вопросы, которые он задал, я даже удивился, знаете, в том плане, что, ну уж первый вопрос, который он задал, что с сертификацией? Я думаю, я этот вопрос слышу на каждой конференции, от каждого, и премьер первый вопрос, который задает, что у вас с сертификацией? Я говорю, да все нормально. Вот поэтому вопрос. Ну и дальше, опять же, стандартный вопрос. Где же построили? И третий вопрос, есть ли контракты? Все, поэтому он задал абсолютно логичные, банальные вопросы, которые задают все. Наверное, инвесторов стоит. Да. Он говорит, ну осталось только ему инвестором стать. Вот, поэтому он искренне, я говорю, то есть, опять же, к Виктору вопросы, в чем, понимаете, там технически как произошел, когда он подошел, там с двух сторон стояли охранники, поэтому они Виктора оттеснили, и мы с ним стояли, разговаривали, а с двух сторон вот так вот стояли два охранника, поэтому Виктор вынужден был снимать из-за спины охранника. Поэтому вот это, ну, определенную сложность. Вот. А то, что снимал пул, ну, премьерские вот эти журналистов, они нам обещали потом выдать снимки, потому что самый такой кадр, который он взял и сказал, что я вам желаю удачи и пожал руку, вот этот, вот я хочу найти вот эту фотографию, потому что она действительно показывает суть того, что реально произошло. Поэтому Виктор всегда извиняется, он говорит, ребята, не эти фотографии показывают суть, то, что стоит Медведев с тяжелым лицом, ну, друзья, чтобы вы понимали, он зашел, у них настолько перегруз, они настолько в таком состоянии. Вот он стоял, я просто видел, ему там горели определенные вещи, он просто их не воспринимал. Он спал стоя, потому что он уставший человек. И то, что он к нам подошел и потом задавал вопросы, это как раз его несколько встрепенуло. То есть он реально горел, реально, да, оживился, все. И он получил информацию, мы живем, мы развиваемся, у нас все хорошо. Вот, ребята, вам удачи. Все. Да. Можете четко писать во всех чатах, нам пожелали он удачи. Нам, нет, это абсолютная правда, друзья. Он сказал, что я вам желаю удачи, потому что... Дорогие друзья, коллеги, к сожалению, наше время подходит к концу. Можно? Сегодня, да? И вот, да, вот красивая женщина. Последний вопрос. И мы всех ждем завтра, да, вот последний вопрос. Завтра начало у нас... Наталья, во сколько у нас начало завтра? С 9 регистрация, в 10 у нас начало, в зале номер 7. С этой же стороны, вот соседний зал. Сейчас доброй ночи всем, уважаемые гости, уважаемые партнеры, а также спикеры. Зовут меня Баяртар Царикаева, я из Калмыкии. У меня вопрос такой. Спонсор мой, Тамара Торжиева, просила у зала, наверное, у Евгения. По поводу поощрения, награждения, медали. Она просила узнать, медали какие, из чего, из какого металла сделаны. Монеты? Не, вот эти скайвейские медали. А, значки. Значки, да. Это КВН. Про металл знает все Инета. А, ну тогда извиняюсь. Ценный металл весь у меня. Из платины. Вот ее золото волновало, золото именно. Да, есть золото, то есть серебро это мастер, золото эксперт, золото с камнем топ эксперт. То есть до конца года поощряли лидеров в новом году, в новой программе. Лидер это начальный этап в системе, поэтому диплом. И еще партнеры Калмыкии пожелали спикерам всем, вернее сказали огромное им спасибо за большую проделанную работу.
Терпения вам и здоровья вам в дальнейшей жизни. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы попросили меня задать вопрос по поводу дарения. Юридическом варианте, как это можно, нет? Спасибо большое всем, и вам также. Вопросы есть, дарение это в каждой стране есть свои, в каждом месте есть свои порядки, скажем так, они более-менее общие, и дарить можно тогда, когда сейчас можно только так называемое преддарение делать, потому что у нас просто запись в реестре и все. Определить на будущее, а когда уже будет конкретно, скажем, в ходу акции, тогда можно дарить, но все равно нотариально через нотариус. Да, через нотариус. Только через нотариус. Завещание через нотариус. Потому что сейчас пока, что значит сегодня подарить? Сегодня подарить, это значит открыть оборот акции. Мы все друг другу начнем дарить. Коллеги, важное объявление от Елены Ковалевой. Добры, вы оплачивали посещение конференции, и кто-то оплатил фуршет и не подошел и не взял пригласительный на фуршет. Будьте добры, вот после окончания ко мне подойдите. После окончания. Да? И еще большая просьба, региональные кураторы, которые приехали вот из других городов, все, как можете, подойдите ко мне в любое время и пообщайтесь. Пожалуйста, вы знаете, отдел визуальной рекламы. Елена Ковалев, да? Пожалуйста, я вас жду. Спасибо. Еще минуточку, внимание. У нас с вами назначен это тот, кто вас снимал? Назначен фуршет. Ужин с правлением сегодня все. Все помахали. У нас будет много общения, живая музыка. Подходите, берите билеты. А сейчас фотография. Территориально на втором этаже. Так, друзья, все. Прямой эфир. Франтишек. Детка. Трой, Skyway! Спасай планету! Дай дорогу, мир, Транснету! Минутку, внимание! Сергей, сейчас, секундочку. Давай, Женя, давай, как всегда. Так, друзья, важный момент. По старой доброй традиции. Все помнят, да? 3, 4! Всем спасибо, дорогие друзья, коллеги, ждем вас завтра, и сегодня еще у нас прекрасный вечер, много вопросов. Все, всем спасибо. Стой, Skyway, спасай планету. Все, друзья, видите, Дмитрий Анатольевич стоит белозерным. Сделали фотографию, что он возле РЖД. Да, так. Но мы за